Друзья, всем привет. Чё-то коты ищут. Ищут. Семечек. Семек. Пошли погуляем. Только-только приехал. Холодно. На утро, я так думаю, будет мороз. Вернулась с эвакуации, скажем так. Одноклассница моя попросила там помочь по компьютерным делам. А у нее нетбук такой маленький, Samsung. Ну, не знаю, там. Ну, сильно старый там стоит. Не знаю, какой этот. Ну, короче. Поковыряюсь по заначкам. Надо будет помочь. Сяж-сяж работает в электронном виде, скажем так. Ковырялся, ничего не смог. Ну, завтра будет день. Завтра еще поковыряемся. Чего-то-то сделаем. Надо будет все равно помочь. Ух, вода какая прозрачная. Красивые облака. Да. Друзья, будет холодно сегодня ночью. Только приехал. Сейчас сходу буду котел топить. Утром встаю, 20 градусов. Но на улице ощутимо прохладно. Да, Кисюня. Сегодня сделали, выделили кастрюлю побольше. Такую где-то на 3,5 литра. Собакину. Кушать варить, потому как увеличим пайку ему на зиму. Расход энергии, так и дальше, чтобы шерсток хороший, красивый вырос. Чтобы был такой пес. Красивший. Сэмик. Сэмик. Ты куда пошел? Сэмичек. Сэм. Сэмик. Глазюки блестят, все горят. Так что, друзья, не было сегодня 4 часа света. Мне очень сложно представить, как на курорте у нас, в районе слава курорта, люди, я не знаю, уже несколько месяцев живут вообще без света. Ужас, ужас. Ну что, как сказать, маемо то, что маемо. Надеюсь, и им скоро сделают, и здесь все наладится. Потому как всем уже это все дело сильно, сильно надоело. Ну ничего, прорвемся. Кто-то говорит, у тебя там экраны стоят. Да нет тут экранов, друзья, где вы видели экраны? Нету тут ничего. Потом поплаву какой-то плавает, я не знаю, что это такое. Какая-то бутылка привязана, она уже несколько лет там плавает. Нет, тут мелко. Экрана не поставишь, да, Собакин? Ты где был? Сбежались. Ладно, друзья мои. Дай нам Бог всем мирного неба, тишины, здоровья, благополучия. Сейчас пойдем животных кормить. Сам что-то съем, перекушу. Столько отзывов положительных по сегодняшней дате, исторической, скажем так. Это больше она символическая, чем что-то значимое. И все равно нашелся человек, который ставил пятак. Может, я что-то неправильно понял, но мне кажется, я правильно понял. Ну, вроде как 82 комментария там посмотрел. Ну, извините за такие комменты, который был последний. Пришлось заблокировать. Я этого не понимаю. Все люди как люди с ностальгией вспоминают прошедшие времена, как все было. На тебе. Это ж наследие советского прошлого. Его ж никто сейчас не настаивает возродить и отмечать так, как это было раньше. Нет, просто воспоминания теплые. Ты же не можешь мозг выключить и забыть все, что было, те, которые родились в Советском Союзе. Нет. Ну, видать, человек был помоложе и не разделял
нашу ностальгическую радость. Ну что, тогда пока-пока. Ладно, друзья, все будет нормально. Я надеюсь на это искренне. Всем этого того же желаю. Всем добра, тихой ночи. До завтра, пока.